все будет нехорошо. Хуже, хуже и в конечном итоге нехорошо. А смысл нашей сегодняшней встречи для меня, например, понятен. Мы пытаемся осознать, являемся ли мы единомышленниками в области тактики. То есть участвовать, не участвовать в выборах. Потому что если мы принимаем для себя решение, что в выборах участвовать, то дальнейшие практические шаги, вещи очень понятные. Это, во-первых, поиск и объединение людей, готовых принимать участие в этой работе. Во-вторых, это обучение активов, потому что от этого никуда не денешься. Нам все время меняют правила игры. Для того, чтобы хоть как-то играть, надо эти правила изучать, изучать возможности противодействия, то есть тратить время. Это агитация. Это я совершенно соглашусь. Технологии сбора денег, которые нам все время рубят. Это консолидация гражданского общества через проведение праймерис. Это опять же работа. Ну и так далее. То есть это много очень практических дел, на которых оставшихся полутора лет не так уж и много. Но чтобы этим заниматься, надо сначала сказать себе, мы согласны с тактикой, что на этом этапе надо принимать участие. Тогда мы будем тратить свое время, свои деньги и нести, еще раз скажу, соглашусь, риски с этим связаны. Вот, собственно, мы сейчас делаем первый шаг. А что вы хотите? Спасибо. Большое спасибо. Продолжаем комментарии.